Друзья, всем привет, с вами Некрос. Вечерок у нас 11 часов вечера, скоро ночь, и я думаю, на ночь глядя можно заняться выполнением несложных квестиков и уютным раскачиванием персонажа. По-прежнему я играю за лучника 13 левела. И давайте смотреть, что у нас в карманах. Много чего лишнего у нас в карманах. И это надо продать все. Тыква это трофей. А, тыква это трофей, это нам нужно, по-моему. Нет, тыква это... Нужна свежая тыква, по-моему. Так, травка, клеверок, листочки, зерно. Может быть, оно и нужно. Рубин. Так, это мы в склад все положим. Самоцветы. И хватит. Так. Итак, квестики, квестики. Самые жесткие квесты. Давайте с простых начнем. Пострадавший фермер. Пострадал на производстве. Мария попросила отнести в больницу Варлона посылку, чтобы ее передали Олио, мужу Марии, пострадавшему от лап свирепого энта. А я этих энтов знаю, ребят. Я помню, что эти энты раньше вот здесь вот где-то обитали. По-моему, мы туда потом пойдем выполнять квест. Квест будет касаться вроде как машин, вот этих вот, которые работают с деревьями. Ну, вырубкой, да, которые занимаются. Так, нам сюда. Вот больничка. Да, кстати, нужно не забывать про ауру. Мы сейчас ее закастуем. Все. Пойдем. Проверяем статы. Может быть, где-то что-то не вкачано. Сестра Кэти. Это, наверное, она. Так, гостинцы отнесли. Конечно, я передам посылку Олио, не волнуйтесь, но с его лечением есть некоторые проблемы. А что случилось? Сильно покалечен. Дорого. Можно рассмотреть этот случай как страховой. Так, она указала травмами в медкарте. Отнести письмо министру во дворец. То есть этот случай, как страховой, может рассматриваться только с помощью лиц высокого чина. Поэтому мы с вами отправимся во дворец. На ковбоя похож. Вообще у меня сначала была мыслишка назвать своего персонажа Эрн Блэк. Но это как-то... Не знаю, не оригинально, по-моему. Заметили, здесь почему-то рывок не работает. Так, что у нас тут? Узнать. Нужный человек. Олио был честный налогоплательщик, успешный делец. Но, видите, хорошим человеком быть... выгодно. Потому что... Все будут знать, что вы хороший, и что вам можно доверять, и вам можно помочь. Поэтому будьте хорошими людьми. Все же мы люди, как говорится. Так, и что интересно, теперь мы должны разбираться с дикарями. Закон о неотвратимом возмездии. Но вот что странно. При чем тут дикари? При чем тут шаманы? Ведь виноват был Энд. Может быть, шаманы как-то связаны? Так, мы пока сюда зайти не можем. Может быть, шаманы связаны с тем, что Энты так себя ведут? Потому что я в этом сомневаюсь. Так, стоп. А, да, все правильно мы делаем. Можно идти и сюда, и сюда. Это означает, что в Кведоке есть шаманы и в Алгоре. Так, что у нас еще есть из заданий? Молодые наглые, лесной шаман. 5 шаманов убить для Затраса, я так понял.
И лесной шаман 10 штук. Ну, мы сразу два задания выполним. Клево. С крысиными тайниками придется повременить, потому что задание довольно сложное. Слишком много заданий брать тоже нельзя, кстати. Потому что... Ну, вы тупо запутаетесь. Видимо, игра вас просто от этого оберегает. Как я понял. Ну, прикольный волчок. Так. Итак, нам... Нам-нам-нам. Куда? Ага, свежая тыква. Свежая тыква, молодая... Да, давайте-ка выполним сразу два задания и пойдем за лесными шаманами. Раньше их было убивать довольно проблемно. Кстати, я что-то людей не вижу. Проход в лес теней. Там, наверное, тоже какое-то задание будет. А нет, смотрите, лут валяется. Значит, кто-то тут орудует. Да, вот ребята бегают. Много ли этих шаманов тут найду? Лесной воин. Воин, это, конечно, хорошо, но мне шаманов нужно убивать. Так, и шаманы, видите, они мне просто пол хп сносят. За раз. Их тут очень много. Гораздо больше, чем... А, вот. Чем лесных шаманов. Но, знаете, за них и дают неплохо. По проценту, да, как я понял? Да. За них дают по проценту. И их, конечно, лучше убивать. Потому что их много. Они могут на вас напасть. Они довольно агрессивные. Шаманы-то они не так хорошо видят, как эти... Но они и пострашнее шаманов. Так, а какой у шамана нейтральный элемент? Шаманы не так страшны. Птю. Так. О, еще один. Печаль. А у шамана уровень-то какой? По-моему, 15-й. Поэтому я и мажу маленько. Так, здесь у нас железный... Ключ, да, надо покупать железный ключ. Чтобы его открыть, у нас уровень повысился. Давайте-ка мы маленько раскачаем точность. Посмотрим сюда. Здесь у нас пока пусто. Где шаманы-то у нас? А, вот молодые наглые. Стоит палец вверх. Это значит, что задание мы успешно выполнили. Это очень удобно, кстати. Палец вверх видно. Очень... Четко. Шестьсот, нормально. Так, где еще шаманы? Где еще шаманчики? Где они? Тут одни воины только бегают. А, вон шаманчик, вижу. И его уже убили. Ну, печаль какая. Давайте по карте посмотрим. Стражи полей. Вот. Я вот, кстати, зря вот так сейчас бегал с открытой мапой, потому что, ну, это может быть опасно. Так, может быть, тут где-нибудь есть кто-нибудь? Нет. Только воины. Тут я уже был. А, ну, в принципе, нормально. Я сейчас на их спавне стою, и они тут будут появляться. Неплохо. Вот один. Экс. Так. А, все. Я оба задания выполнил. Но, знаете, пока я здесь, в принципе, можно и другие задания повыполнять. Мне все равно по пути, правильно? Так, тихо. А, у мобов, я, кстати, вам не сказал, у мобов есть стадное чувство, по-моему. Это что означает? Это означает, что если вы бьете, допустим, одного лесного воина, то он передает информацию о том, что он дерется ближайшему лесному воину, ну, или, допустим, один волк другому волку, да, и они начинают нападать целым стадом. И так можно, с одной стороны, навлечь на себя гнев целого отряда мобов, а с другой стороны, можно
паровозить крипов. Это значит, что вы собираете целый паровозик такой, ведете их на себя и убиваете каким-нибудь АОЕ заклинанием. Так, тыква. Тыква, ау. Тыкву собирать, как я понял, тут очень просто, да? О, я теперь по ним попадаю постоянно и убиваю уже с двух ударов, почти с одного даже. Так, мне нужно тыкву собирать. Это довольно простое, кстати, задание, и за него неплохо платят опытом, я заметил. Опа, смотрите, да? Прямо из-под ног. Где еще тыковки у нас? По-моему, 5 штук. Надо посмотреть по... А, тут их нет просто. И они, я так понял, не спавнятся. Да? Да, по-моему, они не спавнятся. Вот здесь я еще не был. Вот, да. Видимо, ух ты! Видимо, они на каждом поле. Нифига себе, как, прям как стража какая-то, да? И еще одна осталась. Где ее искать? Где же ее искать? О, они бить теперь стали по мне меньше, по-моему. Большая тыква. Нашел. Воу-воу. Сколько тут лишних мобов. Так, делаем. Отлично. Дальше смотрим. Стражи полей. Убить огородного пугала. О, мы заодно и этот квест выполнили. Практически. Нужно убить двоих. Вот они как раз. Раз. И... Где еще один? А, вот. Чик. Все. Ну, круто. Столько опыта, столько опыта. Зачарованная сталь. Убить голема надо. Но вот мы, кстати, голема не заметили. Стражи полей есть. Велингские машины. Да, починить машины. Вот, мы сейчас опять пойдем в лесок. Свежая тыква. Так, это нам к Тью. Да, сразу тут несколько заданий. Они так интересно разбросаны. Опыта уже не так много. На свежую тыкву и думается лучше. Я понял, откуда шаманы взялись. Был у меня ученик молодой, все секреты силы и власти познать хотел, а потом пропал, и много плохого я о нем слышал. Да, власть до добра не доведет. Тью хочет нанять человека, чтобы тот убил наглеца. Ты иди на север, бери лодку и плыви на остров. Там в селении шамана найди и убей. Какой-то... Кого убить? Темного шамана. Награда на выбор. Короткий двуручный меч, нож, зуболом, бараний рог. Это что, лук? А, да, и причем такой нормальный. Книга какая-то, арахнопедия. А, для магов, видите? Видимо, против этих насекомых. Я выберу лук, возьму задание. А где это задание-то выполнять, интересно? Темный вожак. Темный чужак. Поселение на острове, что в озере на юго-востоке. Понял, понял. Это вот, вот сюда нужно идти и на лодке вот сюда, видимо, отправляться. Но это недалеко, кстати. Это все делики синие. Мы сейчас пойдем за сталью, да. Потом машины. И тайники у нас остаются, получается, невыполненными. Где голем? Где у нас голем? Вот тут он где-то бегает. Может быть. А, вот. Здрасте. Чик, чик. Все, зачарованная сталь выполнена. Идем. А, у Затраса есть еще у нас. У Затраса есть квестики. Уже кто-то он выполняет. Фрейюська какая-то. От Фрея, видимо. Что случилось? Шаман Тью проснулся на рассвете. Чики-пуки. Сказал шаман и начал спрашивать духов. Духи сказали, что придет большой белый человек и спасет племя Затраса. Ты человек, ты большой, ты белый. Сломать лесорубный... Не понял.
А, я понял. Я сейчас починю лесорубные машины, а потом их сломаю. Шикарно, шикарно, шикарно. Виллингские машины, да. Я сейчас их починю, а потом сломаю. И мне за это заплатят. Какой же я подлый. Хотя, посмотрите, здесь машины и здесь машины. Значит, получается, это разные машины, так что ли, выходят? Одни нужно починить, а вторые сломать, что ли? Ну это... Ой, 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 тихо. Тихо! Я умру сейчас. Я что-то маленечко, да? Прифигел. Зелье высокой концентрации. Что она дает, интересно? Где оно? Вот оно. Дает полный запас концентрации. О, сундук. Золотой приз первого класса. Что же там? Предметы для выживания. Так, починили. Дальше идем. Я забыл, что здесь много воинов, они нам будут мешать. 14 левел, но, в принципе, неудивительно, что по 15 левелу я мажу. Это нормально. Пых. Смотрите, я только нажал на кнопку, и у меня уже регистрируется выстрел. До его, до, собственно, до самого выстрела. Это странно как-то. Заметно, что разработчик, он как-то вот по-умному разбросал все квесты, да? То есть они не кажутся уж очень однообразными. Конечно, MMORPG останется, но все-таки как-то какое-то зерно разнообразия все-таки есть, мне кажется. Выполнили, так. Сейчас пойдем. Пойдем отсюда. Мы пойдем опять к Затросу. Он нам скажет, что нужно машины сломать. И мы, видимо, будем ломать вот эти машины. Или, если я правильно понял. А, шаманы, оказывается, видите, они мудрее, чем воины. Они не агрессивные. Так. Мы 20 левел быстро так наберем. С такими-то заданиями. Так. Время ломать машины. Злые человеки притащили наши леса большие железные машины. Ну да, видите, вот они. Все правильно. А я-то сначала переживал, да? Пык. Не, ну, но все равно это смешно как-то смотрится. Согласитесь. Так. И хорошо, что они так кучно построены. Анимация поломки и починки могла бы быть и получше. Вот тут я, конечно, считаю так. Где у нас еще? О! Что такое? Чуть не убил меня. На могилку это лучше не нажимать. Кстати! На могилку это лучше не нажимать еще и по той причине, что меня почему-то YouTube маленько отругал, ну так, не сильно, за музыку, которая в крипте находится. Ancient Crypt. Это музыка, которая звучала в этом данже, где вот скелеты еще ходили, да? Вот. Она почему-то под защитой прав авторских. Я не знаю, почему. Так, выполнено. Идем. И сейчас левел бы... Опа. Ну, голем, на самом деле, как я уже говорил, устрашающе только выглядит. На самом деле он слабый. Сейчас нам левел дадут. Ух. Ух, какой-то чувак с огненной... На даче, или как это называется. Награда. Мана. Ого. Здоровья много. И это что... 100 энергии за 5 секунд. Но у меня нет столько жизни, 4500, поэтому я возьму сахар. Хотя, возможно, выпечка лучше чисто в плане
Ну, в плане продажи или, не знаю, выгоды. Так, хорошо. Дальше что у нас? Дальше у нас, по-моему, сюда нужно идти, да? Темный вожак. Азартный стрелок. Каждое критическое попадание увеличивает атаку стрелка на 2%. Но у нас... Опа. У нас критов нет. Вот в чем проблема. Шаманы, кстати, за воинов не заступаются. Заметьте, да? Хотя вроде бы одно и то же, ну, похожие крипы, эти мобы, но нет. Дальность, конечно, очень высокая у лучника. Дальше, чем у мага, по-моему. Так, где тут лодочка? Вот она, опа! Надо покушать чего-нибудь. Че у нас покушать есть? Мана, здоровье. Пожевать есть чего-нибудь? Нет, походу ничего. Ой, 3000 здоровья, это много слишком. Так, отправляемся. К сожалению, нет. Воу, воу, воу. Нет анимации того, как мы плаваем. Понабежал. Это, видимо, они из-за скрипта так понабежали, да? Интересно. Ух ты! Пых. Так, и шаман за шамана тоже, я так понимаю, не встревает, да? Это мне на руку. Да ну вы что? Сколько вас? Это точно скрипт? Или это так и должно быть? Хм. Они меня так и убьют. Так, и в кон... Ой, потемнело что-то. Что-то мне это не нравится. Я не хочу согреть всех. Темный шаман. 15-го... 5-200. А у этого... А это как 10 маленьких, да? Ну, какие, нифига себе. Но этот агриться не будет. Ученик шамана. Так, сделаем... Знаете, как сделаем? Повесим на него... Вот это поставим. Повесим вот это и... О, ой, 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 ой. Ого. А, ну поэтому, видимо... видимо, поэтому... Для этого нужно несколько человек. Для этого задания. Ну, инфант или на месте... Но я его один не убью. На месте давай. Ох ты! У инфанта. Так это мне далеко, это придется... Ага. Погодите, тут инфанта нет. Меня обманули. Мне сказали, что я смогу возродиться у инфанты. Мне танк нужен. Либо прокачать виталити. Да-да-да. Я вот я хочу с ними пойти. Ребята, гоу. Гоу вместе. Где они? Че, обратно уже не могу? А, не могу. Мне нужна команда. Какая-то сейчас. Или подкачаться. А, вот так можно пройти. Либо мне надо подкачаться, либо мне надо взять кого-нибудь. Так, стоп, давайте напишем. Шепнуть. Привет. Можешь быстренько помочь убить темного шамана в пати?
Займет 5 минут. Социалочка пошла. Тринадцатый левел. Будет он мне помогать, нет? Мне кажется, он занят чем-то своим. Надо искать кого-то другого. Вы что? Либо подкачивать виталити, либо кого-то искать, чтобы танковал. Так, это мы все забираем. Что-то тут очень много терний. Очень много. Я не знаю, что они тут делают. Шестнадцатый левел. Они вместе, что ли, бегают? Ну-ка, подождите-ка. А, у меня какой-то скилл появился. Сосредоточенность. За 2 секунды дает полный запас фокуса. Нифига, прикольно. Так, а сам по себе фокус что у нас делает? Прикольно, так. Ну хорошо. Надо сейчас сдать квесты. Так, и попросить кого-нибудь помочь. Сдаем. Корень зла, да. Тут найти лопату Коннор и выкопать семена. Тоже какое-то странное задание. Знаешь ли ты, что не каждую 1000 семян терний приходится всего одно королевское семя? Так, нужно их уничтожить. Если семена прорастут, то наше селение будет обречено. Найти лопату. Так, интересно. Что это за здание такое? Нечистое удобрение. Панцирь ядовитого таракана. А, нашествие таракашек, понятно. Так, что у нас еще? Вот здесь у нас задание. Из-за того, что мы левел повышаем, мы получаем больше заданий. Нести меч мастеру зачарований. Выковали, значит, меч офицера. Клинок отличный, но хотелось бы сделать его лучше. Но это уже такие, знаете, курьерские скорее задания. Так, интересно, фермер пострадавший. Это нам сюда. Варлон, да? А, стоп. Надо поспрашивать. Поспрашивать надо. Вот у этого чувака... Вот, он потанкует. А. Здорово. А можешь помочь быстро убить темного шамана? 5 минут времени займет. И в патио. Гильдия Рейдерс. Ну давай. Группа. Рейдерс. Вот. Пойдем. Пойдем за мной. Так. Вот сюда. А, нас уже сколько? А, нас трое в пати. Так. Он за мной быстро дойдет. Ой, я что-то не туда иду. Такс. У него 3000, он мне затанкует. Нормально. Оп! Тут-то-то-то. Тихо. Так.
Все. Чувак, ты знаешь, что такое выносливость? Да. Кстати, насколько ее стоит прокачать? Ну так, чтобы хватало. Я просто перегибаю палку. Как сказать? Сложно сказать. Сложно сказать. Ну. А, окей, окей, окей. Я понял. 15-20. Хорошо. Пойдем. 15-20. Все, я понял. Так. Да ладно, промазал парень. Сейчас вкачаем. Новый уровень будет. Обязательно вкачаем. Тихо. Так, 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 надо похилиться чем-нибудь. Секунду. О. Качай выносливость. Я понял. Я понял. Я понял тебя. Next level'ом. Забавно получилось. Так. Ну вот, осталось только протанковать ему темного. И все. Вот он. Вот танковать его надо. Все. О, шикарно, красава, спасибо. Так, выполнили, да, мой квест? Да, выполнили. Есть еще у нас корень зла, вот. У меня есть еще квест на корень зла патьковый. Но это уже по твоему желанию. То есть. У меня тоже. Ну вот. Можно и его пойти сделать. Так, нет, лучше так пойти. Лучше так пойти, так. Хм. Я, кстати, видео снимаю, надо сказать, что я блогер. Блогер Некрос. Знаешь. Так, а где выполнять? Темный чужак, это у нас... Это у нас вот здесь, да, Тью? Берем бараний рог. И... Смотрим, насколько он лучше.
чем наш лук. Так, 14 огненный здесь. Обычный, но против нейтралов зайдет хорошо. О, красивый. Прикольный такой, да? Нечисто удобрение, крысиные тайники. Это уже такое дело. А, его нет, что ли? Он ушел куда-то из пати. А как интересно посмотреть, кто в пати? Вот я вот что-то этого не понял. Ну ладно. Это уже, видимо, мы оставим на потом. Сейчас мы пойдем насчет клинка разбираться офицерского и насчет значит, чего мы пойдем? Пострадавший фермер, да, акция устрашения. Мы же шаманов-то поубивали. Да, помнится, я когда-то играл в хотел сказать, в эту игру, да, в Royal Quest. И было дело, что я чуть-чуть выносливости нужно было подкачать. 15-20, значит. Ага, так. И заодно задание взяли. Теперь у нас улучшенный офицерский клинок. А, это нам во дворец. Давайте во дворец сначала сгоняем. А потом нам уже будет по пути насчет клинка. Мы его отдадим. 43%. В принципе, скоро левел. Так, вот у нас тут смайлики всякие. Тынь. Пати, гильдия, друзья. Гильдия райдер 7 уровня. Угу. Интересно. Что-то я туплю, не знаю, как пати посмотреть. Серьезно. Ладно, здесь у нас набирается, видимо, до сундука. Опыт до получения сундука. Ведь нам нужно то ли квесты выполнять, то ли еще что-то. Так, еще квесты, ничего себе. Опасное производство. Отнести страховое свидетельство Триангису в Ирис. А это уже, видите, другое. Другая уже локация. Подготовка к параду. Парад на белом коне. Королевский указ, тоже в Ирис. Интересно, как с Ирисом. По-моему, это прикольная локация. Я не помню точно, но, возможно, там болото. Может быть такое. Так, подготовка к Ирис. А, внизу. Внизу Ирис находится. А, и там же опасное производство. Значит, получается, что мы выполняем задание с офицерским клинком. А потом мы должны вот эти вот задания выполнить. Нечистое удобрение. Живое пламя. И, значит, корень зла. Корень зла в патин мы должны будем выполнить. Крысин, а вот насчет крысиных тайников, это уже, ребята, такое дело. Не могу сказать точно. О, заодно задание у Марио возьмем. Мокрое дело. Повернуть вентили в катакомбах. Но это тоже, это потом. Не понял. Я же все у него взял? Что там мигает? Восклицательный знак. Заданий, ребята, много. И на них очень круто качаться. С помощью них можно узнавать какие-то новые места, новых персов, знакомиться с людьми. Социалочка, все дела. Ой, что-то я, ребята, заигрался. Так, отдаем. Задание выполнено. Ну, а остальные задания мы уже выполним в следующей серии, друзья. Спасибо, что смотрели. С вами был Некрос. И не забывайте, что если вам тоже нравится Royal Quest, то вы смело можете пройти по ссылке в описании к этому видео и зарегистрироваться в этой игре. Игрушка бесплатная, и новичкам всегда дается при регистрации на 3 дня, по-моему, випка. Ну, вы будете быстрее качаться. Гораздо быстрее, чем я, кстати. Я просто не активировал его. Ну что ж, играйте то, что вам нравится, и получайте удовольствие. Всем пока!